Так, ребят, поступил в работу монитор панели оператора от экскаватора-погрузчика GCB. Вот. Смотри, дефект проявляется вот так. То есть при включении зажигания мерцает экран, загорается, и вот так по кругу он будет постоянно делать. Вот, сейчас будем заниматься его ремонтом. Соответственно, потом тогда покажу. Вот, и вот так вот циклически он делает. Проблемы распространенные. Так, ребят, вот монитор выглядит у нас вот так изнутри. Разъемы. Вот, сейчас будем заниматься его восстановлением. Ребят, короче, все. Выполнили ремонт панели оператора от погрузчиков там на комбайнах всяких, на экскаваторах, GCB. Работоспособность полностью восстановлена. Вот, если кому-то такие услуги потребуются, все контакты под видео в описании. Звоните, пишите. Вот, делаем быстро, качественно, с гарантией. Все, ребят, всем мир, всем добра, всем пока.